Вышел за хлебом и не вернулся. В Усатове уже четвертые сутки ищут 29-летнего Валерия Тулупца. Вечером 11 апреля, после отдыха на берегу Лимана и разговора с матерью по телефону, молодой человек пришел домой к своей бабушке. Оказалось, что в доме нет хлеба, пришлось идти в магазин. Он взял хлеб, пообщался в магазине с продавцом, пообщался с соседом вот этим. Ну, здесь рядышком живет, вот Александр, огород в огород. Пообщался с ним, они там обговаривали сетку между заборами поставить. Все, и они пошли вдвоем в эту сторону. Это со слов продавца, хозяйки этого магазина. Все, и он не дошел вот эта часть, его никто больше не видел. Родственники говорят, что последним Валерия видел сосед Александр, однако его показания расходились с объяснениями, которые он ранее дал семье. Сейчас он спешно куда-то уехал, и связи с ним нет. Известно, что встретились мужчины в магазине неподалеку, а после покупок ушли вместе. Они тут встретились на улице где-то, возле дверей. Потом вдруг заходят, а мы же соседи. Короче, я говорю, хлопцы, у меня уже... Ну, я буду уже закрываться, ну, дайте нам еще по бутылке пива. Ну, взяли меня по бутылке пива. Саша отрицает, что я его не пил и не брал. Они выходят, мой муж сзади за ними, вот. Пошел закрывать ставни, потому что уже было даже 9:05. Муж Елены тоже видел, как Александр и Валерий ушли вместе в направлении своих домов. Родственники говорят, что ранее у них конфликтов не было, а характеризуют Валерия как ответственного парня. Он финансово содержит младших сестру, брата и родную дочь. Поиски волонтеров и полиции пока безрезультатные. Все, кто может сообщить полезную информацию, просьба обратиться по номерам, которые вы видите на своих экранах.